Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Вчера поступила вечером, уже достаточно поздно, новая рекомендация от открытия брокер по стратегии Wall Street. Это стратегия по торговле на, ну, американскими акциями. Wall Street, покупка MU, значит, дальше код, на 15% от портфеля, как обычно, по цене 42,58 доллара за штуку, а у открытия брокер не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это понятно. Я посмотрел, что это такое. MU – это корпорация Micron. Вот, сейчас я вам ее покажу. Вот она. Это на сайте finviz.com. Очень классный сайт, кстати. Вот, корпорация называется Micron Technologies. Semiconductor Memory Chips. Что это такое? Это значит, что компания занимается полупроводниками и модулями памяти. Вот, Memory Chips. То есть она, Micron падал достаточно долго, сейчас вот начинает расти. И, судя по всему, сейчас в Америке квартальные отчеты публикуются, наверное, сказать, в ожидании квартального отчета от компании Micron. Вот. И здесь же, на этом сайте, можно посмотреть, соответственно, мультипликаторы. Вот посмотрите, в частности, самый мощный, да, он входит в индекс S&P 500, это естественно. Вот, мультипликатор PE 3.51, это значит, что это очень такой хороший показатель, на самом деле, для Америки это просто прекрасный показатель для компании Micron. PE это 3.51, это значит, что, ну, как бы возврат инвестиций за 3,5 года, как бы по текущим показателям profit to equity. Вот, форвардная PE это 6.36, это, ну, как бы она форвардная, что это такое, с экстраполяцией, не знаю, как это объяснить. Вот, ну, короче говоря, показатели очень хорошие, во-первых. Во-вторых, значит, ну, я говорил, что я наивный и просто верю, поэтому вчера я зашел на сайт Мосбиржи. Вот, вы видите, и, значит, Micron Technology посмотрел. Напоминаю, что рекомендация была 42,58 долларов, вчера была, вчера же я ее и купил. Вот она, недельный график, ну, он соответствует тому, что мы видели на сайте FinViz, но это уже на терминале брокерском. Давайте включу то, что я вчера приобрел ее. Вот сейчас она немножечко даже упала. То есть, если вы следуете этой рекомендации, если вы следите за моими публикациями, то у вас есть все шансы купить ее намного выгоднее, чем рекомендовал открытие брокер вот прямо сейчас, потому что, ну, пока еще Америка не открыта. Вот, я взял. Ну, я думаю, что стоит поставить все-таки ограничение убытков вот где-нибудь вот здесь, вот 41.27. Давайте мы прямо сейчас это и сделаем. Значит, да, я купил, вы видите, Micron Technology 30 акций, соответственно, делаем take profit и стоп-лимит. Пусть будет продажа 30 акций. Видите, что максимум 30, то есть она не входит в список маржинальных бумаг, поэтому ее нельзя купить в шорт, грубо говоря, то есть не маржинально, вот, ну, потому что она далеко. Собственно говоря, вот по рекомендации все. Ну, вы видите, что я ее вчера приобрел, она вчера росла, вот, она вчера вечером росла, у меня здесь было не минус 9 по микрону, а плюс 5, вот, но потом она упала. Вот, текущее состояние, соответственно, минус 9,9 доллара. И что я могу сказать? По стратегии Wall Street в данном, так сказать, момент уже мы в небольшом плюсе, хотя была просадка на 80 долларов. Напоминаю, что
как бы вложение туда у меня в районе 9 тысяч долларов, рекомендуемое 10 тысяч долларов. Вот, соответственно, доступно абсолютно всем эта стратегия, потому что просто открываете брокерский счет, просто пополняете его, просто открываете доступ к площадке СПБ, никаких дополнительных платежей не надо, ничего, комиссии там крайне небольшие, правда, с этого года они немножечко повысились, но это СПБ повысило. Вот, то есть комиссии очень небольшие, очень все разумно, все это можно покупать. Там для возможности для скальпинга достаточно ограничены, потому что все-таки ликвидность там не такая высокая, как на международном рынке, но, как, извините, на американской бирже. Но зато комиссии очень даже демократичные. Вот, а о том, как это сделать, все, я рассказываю на своем курсе «Биржа для чайников». Сейчас вы видите, вон там вон ссылочку на него, значит, там не ссылочку, буквочка «И», нажмете на буквочку «И», выскочит менюшка небольшая, шлепните, и все, вот вам биржа для чайников, вы можете записаться. Дело в том, что вот уже скоро, совсем 25 февраля начнется новый поток курса «Биржа для чайников», который будет длиться в течение месяца, стоимость чисто символическая этого курса. Я очень-очень вам рекомендую, если вы хотите заниматься инвестициями, а это надо делать, то записывайтесь, пока не поздно. Я боюсь, что это будет последний живой курс «Биржи для чайников». В записи по-прежнему все доступно абсолютно там же, вот, там же, где вы видите. Поэтому милости просим. Вот, что еще хочу сказать? Ну, традиционно поставьте лайк. И все. До встречи. С вами был Демитков Юрий.